я боролся 7 схваток. Первые 3 я как бы не помню, с каких городов были, но вот за выход в финал с местным, с Республики Татарстан, и в финале тоже с местным боролся с Республики Татарстан. За выход в финал боролся из Омской области. Ну, я сделал 4 болевых из 7 схваток, и 3 схватки выиграл, ну, явно победа, 12-0, то есть по баллам набрал, бросками. А планы еще дальнейшие? Ну, сейчас я думаю, что 27 числа отправлюсь в Адлер на сборы, там сборная России по дзюдо. Подготовка к турниру. Будет гранд-шлем в Тюмени. Вот будем готовиться туда. Мастер спорта по самбо и дзюдо Сава Каракизиди тренируется даже в день возвращения с универсиады. В этом году он вошел в сборную России по дзюдо и стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо. И вот на универсиаде в Казани стал первым по самбо весовой категории 62 килограмма. Поборол сильнейших спортсменов из команд Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас у Савы такой период в жизни, он стал у нас членом сборной команды России. Вот, и он очень часто у нас сейчас в этом году практически большинство тренировочных своих дней проводится в составе сборной команды России на различных сборах. Я очень рад его успехам. Я думаю, что дальше он будет только прибавлять и прибавлять. Конечно, тяжело с весом, вот, постоянно гонка веса. Это тоже психологически, конечно, все сказывается. Но мы стараемся создать этому спортсмену все условия для хорошей тренировки, для хорошей подготовки к стартам. В этом году Сава уже успел выполнить норматив названия мастера спорта международного класса.